Здравствуйте. Также еще один мешочек лот хотелось бы показать Лидла. На него очень хороший спрос, так как замечательная цена 691 рубль. Вес данного мешочка 17 килограмм. Стоимость за упаковку 11 788 рублей. В данном мешке 50 единиц. Вот данная мелочевка здесь также не считается. Это колготы, носки мужские и пояс. Себестоимость вышла 235 рублей. Вот мы, как видим, здесь две пары чулков, колготочки, носки мужские, две пары. Также большинство это женского ассортимента. Вот такое пальто. Оно легкое весеннее, 14 размер, на заклепках. Пижама, размер L, с шортами. Толстовка, размер M-ка, удлиненная. Также по бокам замки. Состав, в принципе, у данной позиции практически одинаковый на 90%. Плюс-минус какие-то позиции, какие-то вещи здесь не совпадают. 2XL, мужская хлопковая футболка. Такая легкая ветровка спортивная 36 размера. Брючки хлопок. Размер М-ка. Еще одна хлопковая футболка размер М. Для данной цены очень замечательный микс, поэтому пользуются спросом. Нужно успевать брать, так скажем. Размер 8, комбинезон женский, зауженный. Леггинсы, размер М. Ветровка облегченная, размер 42. Джинсы скини с высокой посадкой, 36 размера. Очень хорошо тянутся. Такая ветровка женская. Здесь немножко запачкана. Скорее всего, просто падала на пол данная вещь. Размер L-ка. Ну, легко устранимый, так скажем, брат попался. Танковка спортивная. Размер L. Леггинсы размера XS. Такая футболка размер M. Хлопковые леггинсы размер L. Комбинезон 44 размера, то есть 16 размер. Очень такой стильный. То есть составы мы понимаем практически одни и те же. Размер M. Джинсы плотные, женские. 14 размер, зауженные, также замочки у нас присутствуют внизу на брюках. Вот такой палантин, очень приятный, мягкий. На выход юбка с пайетками размер M. Танковка мужская, хлопок размер M-ка. Вот такой воротник здесь встретился. Толстовка с капюшоном на замке. Размер L. Брючки женские. Это также костюмчиком, скорее всего. Посмотрим сейчас по размеру. Размер 8. Футболка пола мужская. Размер S. Кардиган женский, размер, скорее, S-ка, то есть небольшого размера. Такая кофточка, размер 44. Это как пончо даже идет. Да, оно здесь не прошито. Интересная модель. Брючки женские на резинке.
Очень широкая резинка, удобные, кто любит высокую посадку. 44 размера. Еще одни женские брючки. Размер, ну, примерно М-ка. Блузка женская, размер М. Платье нарядное с пайетками. Средняя длина. Размер примерно 44-46. Спортивная танковка мужская, размер М. Леггинсы хлопок женские. Размер М. Такая опять красивая юбочка. Что в ней хорошо, она еще и хорошо тянется. То есть по фигурке красиво сядет. Размер 16. Танковка женская. Еще одна с капюшоном. Размер S. Брючки, джинсы, точнее мужские, Slim Fit. 42 размера. Футболка женская, размер L, хлопок. Футболка мужская, хлопок, размер XL. Здесь также встретилась пижамка. Здесь майка и шорты, размер L. Блузка, размер 14-й, нарядный жакет с пайетками, он идет заужен, такой приталенный, достаточно красивый, размер М. Спортивная ветровка, непродувайка женская, размер L. Юбка, здесь идет с резинкой, размер ML. Четырнадцатого размера такая ветровка женская. У нас жакет 38 размера. То есть это уже комплект. Брючки нам встречались выше. Футболка размер S. Еще одна такая танковочка. Эта позиция хороша тем, что небольшой вес. Модельки как спорт, так на выход и повседневка. Вот смотрю, здесь небольшой брак встретился, то есть зацепилась, скорее всего, за что-то, небольшая дырочка. Но я думаю, что кто занимается пошивом, кто рядом находится, можно устранить легко. 14 размер, такой жакет. Рубашка мужская. Размер 16,5. И последние, это джинсы женские. Skinny Fit 34 размера с высокой посадкой. Это была позиция Mix Little Германия. Упаковка 17 килограмм. Стоимость за килограмм 691 рубль.